крепкие бесшовные бочки в Америке у Джона Кубишки. Свежая треска, распродажа. Камбала, кек, окунь, лук, ракакевич. Сюда! Помогите! Быстрее! Совсем свихнулся. Ой, закончите монету. Какое веселье. Как интересно. Симпсоны и Смитфилда. Лучшие поставщики говядины, телятины и живых бычков для взыскательных ресторанов. Король поощряет образование в колонии. А ну, стой на месте, негодяй! Новый способ забыться? Boston Weekly Advertiser, ты... Чёртовы мерзавцы! Этот проклятый город меня в гроб вгонит! Вы расстроены, друг? Признаться, да. И весьма сильно. В чем дело? Меня ограбили. Такая потеря. Хотя я сумел вернуть свое, боюсь, все испорчено. Ваша книга? Не просто книга. Это альманах. Первый, что я написал. Бенджамин Франклин, к вашим услугам. Хейтем Кенри. Вы недавно в Бостоне? Как вы узнали? Вы слишком порядочны. Помогать такой развалине, как я... Я... Не сочтите за труд, сэр. Вы человек молодой. Если вы найдете все пропавшие страницы, я вас награжу. Слушайте, я не знаю. Ничего, ничего. Найдется время прекрасно. Нет? Так и бог с ним. В таком виде он все равно бесполезен. Но если удастся отыскать все, ищите меня вон в той лавочке. Видите ее? Да. Любопытно. Подполковник Вашингтон с индейскими союзниками атаковали французов. Командующий де Жуманвиль убит. Жертвы нищают. Подполковник Вашингтон с индейскими... Чего желаете, майн фройнд?
Манхер, что изволите? Бостон Уикли Адвертайзер. Пенни за информацию. Мы едем в Зеленый Дракон. Владельцы чудаки, но они не любопытные. Да и комнаты достаточно хороши. Вам сказали, зачем я приехал в Бостон? Нет. Мастер Бёрч сказал, вы скажете сами, что хотите нужным. Дал мне список имен и велел разыскать для вас этих людей. И вы кого-нибудь нашли? Да. Уильям Джонсон ждет нас в Зеленом Драконе. Вы его знаете? Не близко. Но он увидел знак Ордена и пришел, не колеблясь. Докажите свою верность, и, возможно, все узнаете. Я буду счастлив, сэр. Я все покажу. Куда от них деньги? Ах ты лживый, похотливый сукин сын. Кажется, мы пришли не вовремя. О, что за вздор, дорогие. Вот, сюда. Желаете что-нибудь поесть или выпить? А может, вам нужны комнаты? Мы уже сняли их. Ах, да! Помню. Господа Ли и Кенуэй, ваши вещи сейчас отнесут. Вам нужно что-нибудь еще? Пусть нам не мешают. Сэр, Уильям Джонсон. Очень рад. Славный малый, но простодушный. Мне сказали, вы собираете отряд. Говорят, в этих местах есть строение предтеч. Мне нужны ваши знания этих земель и их жителей. Увы, мои труды украдены. Без них я вам бесполезен. Мы их вернем. Вы знаете, кто вор? Мой помощник, Томас Хики, начал поиски. Он умеет развязывать языки. Скажите, где его можно найти? И я поспособствую. Говорят, где-то на юго-западе находится разбойничий лагерь. Скорее всего, он там. Чарльз? Сэр? Нам пора. Конечно. Расскажите о себе, Уильям. Ну, не знаю. Я ирландец, родители мои были католиками, что весьма ограничивало мои возможности. Так что я стал протестантом,
и приехал сюда по просьбе дяди. Но, боюсь, дядя Питер не отличался умом. Он хотел наладить торговлю с магавками, но основал поселок вдали от торговых троп, а не на них. Я пытался уломать его, но... В общем, умен он не был. Итак, я взял то, что удалось скопить, и купил себе клочок земли. Построил дом, ферму, лавку и мельницу. Все очень скромно, но в хорошем месте. И оно окупилось. Так вот, как вы подружились с магавками? Да, так. Эта дружба окупилась сторицей. Но ваши друзья не знают о постройках предтеч? О тайных храмах, древних руинах? И да, и нет. Здесь много священных мест. Вроде скал, прогалин, гротов. Не похоже на то, что вам нужно. Ни чужого металла, ни странного блеска. Оно хорошо скрыто. Даже от них, видимо. Не отчаивайтесь. Ваш клад предтеч отыщется. Даю слово. За наш успех! И скорый. Уже совсем скоро. Я дам знать, как только что-то найду. Надеюсь, вы правы. Меня ждут мои труды. Страшные времена. Это перышко, похоже, сломает спину верблюда. Томас Хики? А вы кто? Хейтем Кенуэй. И что, я должен вас знать? Придержи язык, слышишь? Тише, Чарльз. Уильям Джонсон послал нас в надежде, что мы вам поможем. Больно мне нужна помощь. Тем более от лондонского хлыща. Воров я уже нашел. Тогда что вы прохлаждаетесь? Думаю, как с ними управиться. Я знаю как. Валяйте. Я убью часового и зайду к стражникам в тыл. Вы двое к воротам. Когда я открою огонь, атакуйте. Так мы застанем их врасплох. И убьем половину раньше, чем они опомнятся. Приготовьтесь, но дождитесь моего выстрела. Тоже мне застали врасплох. Подкрепление! Эй, стреляй! Возьмите те мушкеты, ты не придешься перекрыть. Быстрее! Ах!
внутри безопасно! Что теперь? Можно взорвать дверь. Стреляй по бочонкам! Ну что, за дело? Выходит, не очень-то тут безопасно. За это дадут немало. Отложить грабеж. Сначала труды Джонсона. Слушаюсь. Мы ищем сундук. Бросьте оружие, и я отпущу вас живыми. И я предлагаю тоже. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее владельцу. Это Джонсон, законный владелец? Повторять не стану. Я тоже. Я его вижу. Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платит? Я их живьем не видел. Только указания в тайниках. Но они платят, и мы довольны. Что ж, это в прошлом. Так и передай своим хозяевам. Они спросят, от кого? Нет, они знают. Хейтем, у этого есть патроны. Не хотите подобрать немного, раз ваш пистолет пустует? Жаль, стольких пришлось убить. Да, чертовски жаль. Ага. Ну, зеленый дракон, выпить охота. Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Быстрее! Помогите мне! Не хнычь! Уже иду! Эй! У них наверняка карманы не пустые. Не пропадать же добру, правда? Вы спятили? Вы что, запамятовали, что на нас напали? Да.
зеленый дракон. Выпить охота. Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Наверняка карманы не пустые. Не пропадать же добру, правда? Вы спятили? Вы что, запамятовали, что на нас напали? Вечно вы испортите всю забаву. Его лучше разоружиться. Это всего лишь дураки с ножами. Они мало что могут. Меня беспокоят совсем не они. Кажется, это все. Ой, если так и дальше пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалование. Дядя.
Держите. Благодарю, мастер Кенуэй. А теперь, что нужно вам? Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобные у индейцев? Похоже на изделие Ганьягаха. Выясните точное место. Я должен знать, откуда он. С моими записками? Возможно. Посмотрим. Томас! Что? Спросите комнату. И ванну примите. Думаю, мы здесь задержимся. Ха-ха-ха!